Перешла я на другую сторону от железной дороги посмотреть. Вот, пожалуйста, вот они. Вот они растут, молоденькие. Дальше смотрим. Смотрите и любуйтесь, какая красота. Вот. Здесь. Чуть удалю, чтобы лучше фиксировалось. Вот, смотрите, какой красавчик. И здесь красавчик. Ну, дальше. Пошли гуляем. Идем гуляем. Отхожу. И вот, смотрите, семейка какая. Вот. Вон торчит. Правда, он уже подсох. С этой стороны, вот, смотрите, торчит. Вот здесь. Смотрите. Это буквально 2 метра. Вот, пожалуйста. И всего-навсего. Вот такое вот местность. Вот такая. Такое что-то непонятное. Железная дорога. Ветка идет. Здесь кусты порубанные. Попаленные. Вот. Здесь тоже посадка. И вот так вот они растут. Где-то ярочек вокруг поля. Где-то возле железной дороги. Где-то холмик. У кого-то на огороде. У кого-то в саду. Вот так произрастает степной сморчок. И растет он везде весной. Единственная проблема – нет дождя. Был бы дождик, было бы хорошо. Были бы разные уже грибочки. А так только эти. И то половина из них высохли на корню, не успев развиться полностью в плодовое тело. Всем пока!